день, коллеги. Приятно вас всех видеть. Несколько слов о том, чем я занимаюсь. Я в течение 15 лет обучаю специалистов и компаний, как с помощью инструментов визуального мерчендайзинга увеличить чек вещь в магазине, увеличить трафик в магазине и продажи в целом. Среди наших клиентов крупные известные сетевые ритейлеры, и с удовольствием работаем с маленькими начинающими магазинами, брендами. Визуальный мерчендайзинг – это высокоэффективные и низкобюджетные инструменты, которые действительно работают. И сегодня буду о них рассказывать. Как нас найти, связаться, если понадобится задать какие-то вопросы? Это социальные сети, которые у нас работают, ВКонтакте не используем. А здесь, пожалуйста, любой вопрос пишите, чему могу, помогу. Итак, составляющая успешного магазина. Конечно, это не только визуальный мерчендайзинг. Безусловно, конкурентоспособный товар, да, прежде всего. Персонал. Обученный, вовлеченный персонал, в том числе знающий инструменты визуального мерчендайзинга. Маркетинг под бренд, то есть вы выстраиваете коммуникацию с покупателем через товар, оптимизация затрат и как раз два инструмента, о которых буду сегодня рассказывать, это визуальный мерчендайзинг, то есть презентация товара в точке продаж, организация торгового пространства, правильное выстраивание торгового оборудования, оформление витрин, именно с целью увеличения прибыли ваших магазинов. И сам магазин, как создать его незабываемым и эффективным с точки зрения продаж. С чего начинать, да? Если вы задумали оттюнинговать свое пространство, свою выкладку, с чего начинать? Хочу спросить, здесь есть владельцы бизнеса? Кто? О, почти 90%. У кого магазины? Тогда вопрос к вам. С чего бы вы начали? Да, действующий магазин. Расслабление. Расслабление необходимо, это факт. С чего начинать? Начинать нужно с изучения своего покупателя, целевой покупательницы. Нужно четко понять, кто ваша покупательница. Во-первых, на какие вопросы нужно знать ответ. Ее возраст, чем она занимается, какие у нее интересы, для чего? Для того, чтобы сделать ценности и мечты вашей целевой покупательницы, заложить их в основу стратегии своего бренда. Кто знает своих покупателей? Портрет. У кого портрет есть? У кого портрет в виде документа? Что, ни у кого? Раз, два, три компании. Это мало, потому что основа высоких продаж как раз понимание своего покупателя. Для чего это нужно? Дальше вы выстраиваете всю визуальную коммуникацию бренда, то есть оформляете витрины, выкладываете товар, соответственно, ассортимент подбираете, да, там его тюнингуете. Обязательно дизайн магазина под вкусы вашей целевой покупательницы. Существует несколько архетипов, основных портретов вот, для вашей целевой аудитории. На мой взгляд, их пять. Вот они перед вами, да, смелая сексуальная, будуарная соблазнительница, чувственная, романтичная, юная, игривая и хранительница домашнего очага. Вы можете продавать в своих магазинах сразу для нескольких архетипов, но, как правило, не для всех. Да? Там, допустим, смелая сексуальная и будуарная соблазнительница, они хорошо вместе сочетаются. То есть с портретом нужно обязательно разобраться именно для того, чтобы дальше правильно выстроить вот эту визуальную коммуникацию. Тут понятно? Понятно. Дальше визуальный мерчендайзинг. Расскажу только об самых основных ключевых правилах презентации.
смотрите, на примере сложной стены, сложной выкладки. Расскажу о ошибке. Как вы считаете, вот тут легко выбрать себе комплект вот при такой презентации? Сложно, да? Что плохо? Совершенно верно, да? Не поищено. Нет коллекции, не видно товара. Ошибки основные какие? Нет группировки по капсулам, перегруз, и в результате покупатель не видит коллекции. А желание приобрести тот или иной продукт возникает на уровне подсознания. Поэтому покупателю нужно помогать увидеть ваш товар. Для этого все коллекции в зале должны быть сгруппированы. Как мы группируем коллекции? Либо по принципу бренд-блоков, если у вас мультибрендовый магазин, значимые бренды, либо по принципу функциональности целевых групп. То есть как минимум вы должны выделить в магазине зоны. Зоны трендовой коллекции, зоны базовой коллекции, не знаю, купальники, спортивный какой-то там полуспортивный ассортимент, домашняя одежда. И это еще не все. Кроме этого, внутри вот этих зон вы тоже, чтобы не было как на той неудачной фотографии, да, когда не читаются коллекции, нужно внутри функционально-стилевых групп делать цветовые капсулы. И вот посмотрите, две фотографии, соответственно, правая и левая. Какой вы считаете более чистая презентация? Левая, да? Однозначно, согласны? Почему? Потому что здесь используется закон золотой цветовой формулы. Он очень простой, его нужно обязательно использовать. В одной капсуле должны быть модели максимум трех цветов. Либо двух цветов плюс модели с принтом, либо кружевом из этих двух цветов. Тогда вот таким образом, собирая капсулы, у вас получится чистота и понятность для покупателя. Вот рассмотрим эту презентацию. Как вы считаете, сколько здесь капсул цветовых? Три? Две. Совершенно верно. Но какая здесь ошибка? Вот можно улучшить как-то эту презентацию? Совершенно верно. Видите, в центре они смешали две капсулы, да? И получилось, что презентация смотрится единой и нечеткой. А надо было через черный комплект их отделить между собой. В принципе, это очень просто. Когда вы это правило усвоите, дальше выстраиваете свои капсулы с учетом золотой цветовой формулы. Часто бывают трендовые капсулы, то есть когда в основе лежит какая-то фэшн-тенденция. Допустим, как здесь, там они взяли вот Hello Kitty, да, принты, тогда допускается много цветов в одной капсуле. И здесь важна максимальная фронтальность. То есть не боковую развеску презентуете, а делаете максимально как можно больше фронтов, чтобы четко показать эту капсулу. Принцип золотых уровней. Это тоже важно. Есть два золотых уровня. Уровень вытянутой руки, уровень глаз покупателей. И это ваши золотые уровни, которые являются основными, на которые вы презентуете ключевые комплекты. А дальше уже завязываете презентацию с учетом этих уровней. Вот. И, соответственно, возвращаясь к этой фотографии, что здесь нужно было сделать? Совершенно верно. Сделать капсулы, да? Цветовые капсулы. Раз. И, конечно, разгруппировать. Здесь перегруз, то есть это, очевидно, среднеценовой сегмент, вместимость ниже у среднеценового сегмента. Что еще очень помогает покупателям, и вы должны это использовать в своих магазинах, это визуальные паузы. Когда вы с помощью уже это на уровне проработки дизайн-проекта, да, делаете пристенную презентацию таким образом, чтобы она не казалась сплошной единой стеной. То есть вы можете делать какие-то ниши, псевдо-ниши, разделять
чтобы не было панелей, единых панелей там больше, скажем, 9, да, потому что покупателю сложно. Покупатель в длинных монотонных рядах перестает видеть товар. Считается, что максимум 5-7 комплектов вот в одном ряду он видит, дальше все сливается. То есть зонирование в магазине обязательно. Зонирование должно быть без стен, а именно такое мобильное, чтобы у вас была возможность перетекания зон, чтобы магазин работал на вас, чтобы не вы были заложником своего магазина и закупали постоянно одно и то же количество товара, да, под какую-то конкретную зону, а все-таки могли ей маневрировать. Есть еще такое понятие в мерчендайзинге, как потенциал торговых зон. Это идеальная картинка, когда магазин правильной формы, широкий вход, все пространство видно со входа, и в таком магазине нет холодных зон. То есть, если вы правильно здесь расположите торговое оборудование, у вас будет горячая зона, ну и зона за ней, которая слегка хуже продает. Но покупатели пройдут через весь торговый зал. Но часто бывает, что в глубине зала часть магазина, которая не видна со входа, либо неправильные формы. Что сделать в таких случаях? В таких случаях обязательно нужно утеплять торговое пространство. Способов несколько. Номер один – это стилистическое выделение зоны. Вот как в данном случае, видите, это я сфотографировала Woman's Secrets магазин, соответственно, дальнюю зону. И видите, дальняя стена, она белая, кирпичная, то есть отлично от всего голубого магазина. На ней логотип и базовая коллекция. То есть они уже логотип с подсветкой, это тоже важно. То есть они уже выделили эту зону. Другой пример. Отлично работают эмоциональные имиджи в глубине зала, выше уровня глаз в неторговом пространстве. Тоже они своеобразные магниты, которые будут притягивать покупателя в магазин. И группа манекенов-торсов в глубине зала работают прекрасно. Даже если вы смотрите на эту фотографию, вот как-то хочется продвинуться в глубину зала. Есть такое ощущение? Вот. Поэтому, если магазин больше 60 квадратных метров, то есть уже можно думать о группе манекенов или торсов на оборудовании в глубине зала. И если мы говорим о самом магазине, да, дизайне, как сделать магазин магнит. Атмосфера наша все. Сегодня продают эмоции, и эмоциональный дизайн проект действительно продает. Более того, магазины сегодня меняются так же, как меняются покупатели. Кто знает про миллениалов? Кто-то слышал про миллениалов? Да. То есть миллениалы – это новая основная группа покупателей. Это люди, которые родились, то есть сейчас им 18-35-38 лет, они становятся уже основными покупателями фэшн-товаров, а у них совершенно другие вкусы, потребности в сравнении с предыдущим поколением. То есть они, во-первых, покупают реже, они предпочтут, скажем, путешествия фэшн-товаром, они покупают у брендов со схожими ценностями, и у них очень много, то есть это требовательное поколение, и если у которого постоянно еще меняются к тому же вкусы. И если у вас статичный магазин, вы его сделали 10 лет назад, он неплохо продает, вы ничего в нем не меняете, то постепенно вы будете терять в продаже. То есть основной мировой тренд сегодня во всех сегментах, что магазины меняются вместе со своими покупателями. То есть вы изучили свою покупательницу, изучили, какие у нее вкусы, мечты, ценности, и
дорабатываете презентацию, витрины, магазины. Вот, к примеру, так. И пару примеров. Это предыдущий торговый концепт Intimissimi, которому не больше 5 лет. И сейчас уже все флагманские магазины переделаны и создан новый торговый концепт. То есть видите, как часто сильные бренды переделывают, дорабатывают свои торговые пространства. Вот. Ну а если магазин такой, то, соответственно, неэмоциональный дизайн, пустое торговое пространство, нет покупателей. Тут это аксиома. Манекены. Важны ли манекены для магазинов бельевого сегмента? Как считаете? Конечно. То есть магазины – это лицо бренда. К тому же… Ой, магазины. Манекены – лицо бренда. К тому же у вас очень эмоциональный товар. Как выбирать? Тоже большая отдельная тема, но коротко скажу. Есть тренды. Мы на тренингах все тенденции изучаем. Но тем не менее, не нужно просто следовать тренду. Нужно подобрать манекены под свой магазин. Это, кстати, разные комплекты манекенов у Intimissimi. То есть нейтральные манекены, те, которые были в предыдущем, да, дизайн-концепте. И вот эти милашки, это те, которые бренд использует сейчас. Вот, то есть манекены могут быть совершенно различные, но они должны подходить и раскрывать душу именно вашего бренда. Какие витрины затягивают покупателей в магазин? Ну, витрины тоже, вы понимаете, пожалуй, с точки зрения увеличения трафика, это самый эффективный инструмент. Специально взяла окна, похожие по размеру. Что скажете, какая более привлекательная витрина, правая или левая? Правая. Совершенно верно. Почему? Что здесь? Да, да. Да. Есть концепция, да, то есть это не просто разрозненные элементы, которые добавлены в витрину на усмотрение неизвестно кого, да, а проработанная концепция. Выставлен свет. Имидж завязан с общим стилем и белья, и самой декорации витрины. И видите, совершенно разный эффект, да? Но это Шанталь Тома, это очень сильный бренд, конечно. То есть сегодня покупатели привлекают товарно-эмоциональные витрины, особенно в вашем сегменте, в котором и товар, то есть манекены, да, в белье, и какие-то элементы сезонных декораций, проработанные под бренд. Эмоциональные фотоимиджи, работают ли они в витринах? Работают, причем прекрасно. Но что здесь важно? Важно, чтобы эти имиджи рассказывали историю, которая как раз и отражает чаяния и мечты вашей целевой покупательницы. Для чего нужно знать? Даже если вы, допустим, имиджи заказываете у брендов, у вас мультибренд, да, то все равно нужно понимать свой портрет покупательницы, чтобы выбрать лучший имидж. Вот, допустим, прекрасный имидж, да, для, скажем, архетипа сексуальная соблазнительница или там уверенный и так далее. Прекрасный. То есть как работают эмоциональные имиджи? Они работают на уровне подсознания. То есть либо если покупательница себя ассоциирует с этим образом на уровне подсознания, то значительно вероятнее, что она зайдет в ваш магазин и, так сказать, подружится с вашим брендом. Выбор товара для витрин, да, какие мы комплекты одеваем на манекены, тоже очень важный вопрос. Ключевые ваши луки, то, что является у вас моделями, трендовыми хитами, либо volume драйверсами.
именно поэтому не нужно каждый там второй-третий день переодевать манекен на витринах. Сильные бренды, крупные, делают это раз в две недели. Такое негласное правило, ну, раз в полторы недели, если у вас большие коллекции, часто приходят одни и те же покупатели, но не чаще. Иначе просто у вас не останется вот этих вот эффектных ключевых комплектов, которые являются драйверами всей коллекции. Что еще важно? Освещение витрин. Безусловно. Свет должен быть не холодный, правильно выстроен, то есть на объект, объектами могут быть либо группа манекенов, либо там отдельный манекен, в зависимости от того, как вы выстроите, должен быть направлен с двух сторон по касательной, чтобы мягкими лучами освещать, правильно? То есть не сверху прожектор на голову манекена светит, как часто делают. И если у вас есть по периметру свет в торговом зале, то же самое выстраиваете под коллекции, прямо каждый раз под торговое оборудование, ну, если вы перемещаете торговое оборудование, да, выстраиваете свет. И тюнинг витрины. В мерчендайзинге важны вообще все нюансы и детали. Именно они формируют стиль. Группировка манекенов. Работа со всем полем витрины, какие бы высокие витрины не были. Идеальный вид изделий. Многоуровневость презентации. Почему обязательно нужны подиумы под манекенов. В разных позах. То есть все это создает вот эту единую идеальную картинку, которая может либо влюбить покупателей в ваш магазин, и сделать так, чтобы он к вам зашел, либо покупатель пройдет мимо. А как принимает покупатель решение о том, чтобы зайти в магазин? За три первых секунды, пока он смотрит на витрину и входное пространство. То есть мы не забываем, что входное пространство – это, по сути, тоже витрина. Ее мы называем внутренней витриной. Если она правильно оформлена, она работает и продает даже лучше, чем сами витрины. Вот, допустим, да, Victoria's Secret. Какой алгоритм создания вот входной внутренней витрины или там входной зоны магнит, как хотите назовите? Нужно специальное оборудование, которое было бы имиджевое, не перекрывало бы все пространство, да, входное, но при этом позволяло бы и товар презентовать, и там, допустим, группу торсов или манекенов, какой-то эмоциональный компонент. Ничего специально разрабатывать не нужно, то есть витринная концепция должна втекать вот в эту входную зону. И располагаем как можно ближе ко входу. Тогда вот эта входная витрина внутренняя будет работать и взаимодействовать с покупателем. Так, кстати, работают все сильные бренды. Это, по-моему, ноу-хау H&M. И я помню лет 7 назад, когда H&M практически выходил уже за пределы торгового зала, и все удивлялись, как так можно выстроить презентацию, а как же воровство и так далее, а в результате покупатели шли именно к ним, потому что им виден товар, им интересен, и вот это воздействие с покупателем было. И такие зоны магнита, еще раз напомню, можно выстраивать не только на входе, но и в глубине зала, да? То есть они вам будут утеплять ваши холодные зоны в глубине зала. Ну и в заключение давайте рассмотрим пару входных столов. Вот, допустим, этот. Как вы считаете, сильная презентация затянет на вход? Не затянет. Меня бы не затянуло, нет? Что здесь плохо? Ну, да, нет концепции, нет симметрии, нет группировки, да? Нет эмоций, да, никаких элементов декораций. Что-что? Статично. Статично, да. Нет комплементарного товара, да, чего бы хотелось.
работает на вход, совершенно верно. А вот такое пространство, ну тут уже грустный человечек. Хотя вроде бы ведь симпатичное оборудование. Совершенно верно. То есть этот стол не продает. Здесь кроме манекена нет товара. Это другая ошибка, которая часто допускает перегруз декора, перегруз оформления и забывает о том, что в магазине каждый квадратный метр должен продавать. Да? Ну и в целом входное пространство, вот такой магазин, тоже слабо. Что плохо здесь? Свет, да? Свет не выставил, видно даже. Пусто. Входное пространство, видите, какое пустое, неэмоциональное, да? А витрины, что скажете по поводу витрин? Витринной концепции нет. Потом не забывайте, вот это тоже ошибка грубая. Нельзя сажать манекен, особенно в белье, прямо в витрину. Ну, то есть, как минимум, какие-то аксессуарные кубы, на чем она может стоять. Она не может лежать в витрине, такое тоже бывает, да? То есть, нет единой концепции. Шариками никогда не оформляйте витрины, потому что они ничего не рассказывают о вашем бренде, и максимум они могут напомнить... провести ассоциацию с каким-то детским праздником, я не знаю. Вот, поэтому, конечно, эмоции нужны в витринах, вот эта эмоциональная концепция, эмоциональный элемент, но он должен быть правильно, профессионально продуман. То есть резюме, как сделать, что нужно делать, как, с чего начинать, изучить покупательницу, да, свою, прямо себе написать ее портрет, дальше доработать выкладку и оформление витрин. Понятно, что нужно брать знания. Вы можете, то есть не можете, а должны обучиться. Сейчас, конечно, высококонкурентный рынок, плюс онлайн-гиганты, да, которые наступают. И... опять же, эти миллениалы должны понимать, почему они всегда сравнивают цену в офлайне и онлайне. И чтобы они приходили к вам, ваш магазин должен быть идеальный с точки зрения атмосферы, с точки зрения выкладки, с точки зрения сервиса. Вот. После того, как вы проработали VM, обучили персонал, уже нужно прорабатывать дизайн магазина, да, то есть какой-то рестайлинг проект делать, если вы понимаете, что в этом ваш потенциал продаж. Чем я вам могу помочь? Ну, естественно, любые консультации, мы оформляем магазины, и витрины, и дизайн проекта создаем. И ближайшие вот... раз в сезон я лично провожу групповые тренинги для специалистов и владельцев брендов. Сейчас запланировано два, которые подходят вашему сегменту. Это создание эффективного магазина, и мы вам дарим 10% скидку на него. Чем он ценен? То есть там все от А до Я. Вот я вам сейчас в течение 45 минут рассказала о том, как создать эффективный магазин. А вообще-то информации на 6 часов. Плюс туда входит блиц-консалтинг участников, то есть ваши планограммы, ваши фотоотчеты, и я вам вас консультирую. И до этого тренинг по витринистике тоже для такой стратегический. Там и тренды, и инструменты низкобюджетной витринистики, что подходит вашему сегменту. Для вас нужен один день, потому что этот тренинг в целом для магазинов одежды, белья и детского сегмента один тренинг. Если вы посетите два, то мы вам дадим 20% скидку, но регистрация закрывается в понедельник вечером, поэтому решите.
решение надо принимать быстро. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, вы готовы их сейчас спросить? Да. Онлайн нет пока. Хотим сделать, но этот процесс долгий. Длинные тренинги, просто включить камеру, это не тот случай, нужно их специально переделать. Можем ли приехать, не сможем, я не знаю, мы иногородние. Вот да. Вы сейчас ответили, что не можете пока еще нам давать консультацию. Пользуясь случаем, поэтому я спрашиваю. То есть у нас огромный сегмент покупателей с большой пышной грудью. Вот сейчас, послушав вот ваш, как говорится, доклад, я поняла так, что в принципе больше всего нужно на эмоции. То есть не важно, что даже, а самое главное, как представлено все в витрине. Вот как? Есть какие-то моменты, как можно большую грудь показать красиво? Потому что вот она у нас висит на вешалочках, вы видите, да, вот эти большие, как говорится, груди. Возможно, у вас есть просто практика в этом. Понятно. Нет, здесь абсолютно те же самые правила. То есть просто у вас модели большего размера. И, соответственно, вы делаете всю вот эту визуальную кампанию. То есть на фотоимиджах, да, вы показываете... то есть у вас будет модель с большой грудью, там какие-то чувственные истории. Но в любом случае вы должны изучить, кто ваша эта покупательница с большой грудью, да, какая она из них. И коллекции подбирать. Это универсальные правила, они работают вне зависимости от размера белья. Единственное, что... вам нужно, конечно, анонсировать вот эту вот вашу особенность, да? Но я думаю, у вас не только же с большой грудью. У нас от 0 до 14. Вот поэтому сложность в том, что как разделить весь магазин и показать, что есть и на небольшую грудь, и есть действительно на такую красивую пышную. Но многие бренды, вот у кого небольшие торговые залы, все-таки большие, не ходовые размеры, зале не презентуют, а презентуют в накопителях в зале, да, быстрые вот эти накопители быстрые подсортировки, которые на нижних уровнях. У вас есть такие? Есть, вот. Взгляд не падает. Нет, взгляд не падает, но зашла покупательница, вы видите, что у нее большая грудь. Это не значит, что вам нужно огромный размер презентовать в торговом зале. Вам достаточно сказать, что у нас есть размеры ваши. Ее надо затянуть ведь туда сначала, чтобы она это увидела. Ну, если вы считаете, что... Да, можно сделать какую-то корректную надпись. Можно, если это ваше вот прямо такое преимущество торговое, тогда выстроить постматериалы. Но... Многие же женщины стесняются своей большой груди, поэтому я не уверена, что имеет смысл именно акцентировать на этом. Лучше просто персонально каждой об этом говорить. А заходит не на размер, заходит именно вот на подсознательное ощущение. Нравится тебе? Еще вопрос? Вы можете тоже лично мне задать вопрос, да, если у вас... какие-то есть конкретные вопросы, особенно есть какие-то фотографии, что-то хотите спросить, пожалуйста, я здесь буду, здесь есть наш директор по развитию Ирина Акимова, поэтому с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Я желаю вам высоких продаж, да, выиграть конкурентную борьбу. Спасибо за внимание. Да, коллеги, и кому нужна эта презентация, у нас есть в текстовом варианте, то есть не только фотографии, но и текст, то подойдите, тогда обменяемся контактами, и мы вам пришлем.